Это, конечно, ну, прямо скажу, колосс ветеранского движения, замечательный человек. Значит, ну, ветеранскую работу знает от и до, потому что он на НТМК этим занимался, был в социальном отделе, это близко с этой работой. Организатор хороший. Вот, ветеранского движения. Это очень грамотный, прежде всего, человек. Очень решительный. Любит очень, чтобы все было по порядку. И Владимир Иванович всегда работает на совесть. И работа наша, работаем мы по плану. Отдача 100% у нас. И несмотря на пандемию, наш городской совет ветеранов ни одного дня не пропускал своей работы. Вы знаете, мне повезло, наверное, в жизни. Вот с кем бы я где бы не работал. Работал на комбинате, работал в Тагилстроицком совете, здесь, в городском совете. Меня всегда окружают доброжелательные помощники, сотрудники, с которыми мы всегда находим общий язык и делаем то, что нужно людям, то, что нужно было делать в свое время комбинату и нашему городу. Владимир Иванович, ну что, дорогой наш уважаемый, с юбилеем. Спасибо. С пожеланием, наверное, только здоровья, с благодарностью за совместную работу. Все у нас высоты еще впереди, поэтому все вроде получается. Да. Поэтому класс, работа у вас очень крайне тяжелая. Я понимаю, что каждый прошел свой путь, каждый имеет свою точку зрения, свое мнение. Но тем не менее, вот, идти единым курсом, мне кажется, это достойно и хорошо. Я бы, например, если меня бы не поздравляли, я бы, наверное, и не стал обращать на это внимание. Жизнь наша идет не от даты к дате, она идет постоянно, и ее не остановишь, и назад не вернешь ничего, что проделанное. Самое главное не жалеть о том, что было сделано, а думать о том, что как бы лучше сделать вперед.